проходившем в третий раз спортивном лагере «Яшат» отдыхали около 30 детей шахидов от 6 до 12 лет. В организованном фондом «Яшат» при поддержке организации «Асан Кюнюлляри» были проведены различные соревнования и мастер-классы по гимнастике, карате, боксу и дзюдо. Наряду с интересными развлечениями и просмотрами кинофильмов были организованы экскурсии по достопримечательностям столицы. В соответствии с возрастом детей их возили в детские развлекательные центры Sky Kinderland, в зоопарк, в музей «Корабль Сураханы». Все это внесет свой вклад на формирование их мировоззрения. На церемонии закрытия 4-дневного лагеря детям вручили подарки. Я приехал из Лянкярани, впервые с братом. Нам здесь очень понравилось. Мы много развлекались, нашли себе новых друзей. В лагере «Яшат» было очень интересно и весело. Мы побывали в зоопарке, парках, других местах. Нам сделали подарки. Цель реализации проекта – повысить физическое здоровье детей шахидов, их интересы к спорту, поддержать их в приобретении новых знаний и навыков, а также эффективно организовать их досуг. Давид Нурашвили, Аллах Верди Мамедов, Сабина Алиева. Новости СТВ.